Ребятки, всем привет! Я готовлю перчик болгарский. Вкусный-вкусный, ароматный. Тут розовые помидоры, говядина. Вкусная начинка. Вот. Это у меня обед, обед, ребятки. Иду, иду! А, красавчик! Красавчик Роман Александрович, красавчик. Он говорит, давай на лысо, как гости. Я говорю, нет. Как это на лысо? Совсем, что ли, на лысо? Нет, красиво тебе, Ром. Отлично. А ты что, леший? А я попозже. Попозже? Да. В комментариях сказали, не надо стричься, как Рома. Стригись, как нормально, как и раньше. А я подошел и говорю, Руслан, как Рома, говорю, сможешь меня постричь? Я, говорю, смогу, говорит, но, говорит, вам, говорит, не пойдет. Почему? А? Почему не вам пойдет? Подошло, ну, посмотрел, вам, говорит, надо, чтобы на лбу, чтобы что-то было. Ну, сделаем что-то. Что-то. Да. Ребятки, у меня перчик. Я его вот так, значит, туды-суды. Добавила сметанку 10% немножко. Сделала салат. Здесь розовый помидор, огурец крупно нарезанный, лук, чеснок, салат айсберг, что было. И оливковое масло, соль, все, каплю черного перца, практически его там нет, все. И вот так вот, и еще у меня кусочек вот такой, он уже засохший, 19 грамм хлеба у меня на все это. Я люблю вот так кашу-малашу делать, и обязательно я делаю, у нас, ребятки, я делаю вкусно перчики. На кулинарном канале есть рецепт, набирайте в поисковике, Любовь Ким, перец. Болгарский, фаршированный. Я его делаю как вот. Единственное, в этот раз не добавила я сюда этот. Картошку. Без картошки. Но получается все сочно, вкусно. Очень вкусно. Это я достала один перец и с юшечкой развела, добавила сметанку. Ребятки, все, кто ест, всем приятного аппетита. Смотрите, что. И медведь здесь сидит, ест с нами. Ну-ка, покажись, добрый молодец. Че, нормально? А чучел, ну как всегда. Да, вот тебе надо, чтобы у тебя открытый был лоб. А то все написали, Саня, ты ее любишь, но не слушаешь, что надо сбрить. Чуть-чуть покороче. Да, тебе челка надо короче, повернись сбоку. Ну, отлично все. Отлично. Вот когда покороче, Сань, я все-таки тебя люблю. Да? Оказывается. Оказывается. Красавчик. Что сказать? Что сказать? Красавчик. Давай этот, кушать будешь? Да. Давай, пошли. Аккуратно все. Сань, повернись ко мне, пожалуйста. Я еще раз хочу посмотреть. Отлично. Не как у Ромы, ребятки. Челка, видите, вот она. Челка, она есть. Вот он, просто короткая. Не надо вот эти сопли висячие. Покороче сделаю. Но все-таки потом мы последуемся, как Рома, Сань. Эксперимент? Да. Я наоборот хочу, чтобы было лучше, красивее. А то некоторые пишут, что надо хуже, чтобы... Чтобы на мужа не смотрели, надо за мухрышкой его сделать. Вы что, ребятки? Нет, это персик. Так, побриться надо, чешую сбрить. А, в комментариях написали, Саня пойдет очень хорошо с бородой, с усами. Не-не-не. Ладно, давай, кормить буду. Видите, ребят, какие они прям сочные, вкусные, аппетитные, ароматные перчики. Главное, не сухие. Фарш внутри говяжий. Так, я один съела, мне хватит. Я посчитала свой рацион калорий. Мне прям отличненько. Саня две. Рома не хочет. Мама поела перчик с юшечкой. Ну, я ее делала без этого. Без картошки, я уже говорила. С юшечкой. Ой, ну, Саня будет как всегда. А мазика нету, по-моему, кончился мазик. А? Мазика нету? Мазика нету? Вот, Саня, сочно, вкусно, ребятки. Почем уже перец? По 200 рублей. На раз. Вот что неудобно, казан, знаете как? Вот, ну вот у нас 5, да, хотя бы по 2 штучки. Поместилось 11 штук. Ну вот 4 литра казанчик. Вот побольше бы было бы супер. Хотя бы 6-литровый. Веры один, и то Вера у нас не ест этот. Что она у нас не ест? Перец. Я сейчас его буду убирать отсюда. Как вкусно, ребятки. Сейчас вот это подвинься. Так. С юшечкой. Вкусное, ароматное. Чтоб не было густым. Вот так. И вот эту вот картину Репина я сейчас все это уберу, этот перец. Вкусно.
вот прям в самый раз. Это юшечка. Очень вкусно, не сухое. Оно и так не сухое, видно же ведь. Оно и так не сухое. Так, вы есть идете, Саня? Да. Тебя что, в парикмахерской кормили, что ли? А? Поили? Кормили? Давай, гоу на кухню. Это Верочки. Вкусно, вкусно, очень. Давай садись, Вера. Давай за стол. Будешь, доча, будешь. Обед. Обед. Прежде всего, обед. А я сейчас, наверное, стекла помою. Лягушки уже квакают. Это все. Что я делаю? Уже квакают лягушки. Вон, видите, вон там вот забор. А знаете, комментарий такой пришел, что Люба, меня не забор смутил, а то, что между вашим ЖК и соседним стоит забор. Да, ребятки. Забор от самого того конца. И вот так. До конца самого туда, туда забор стоит. Давай, ешь. Приятного аппетита. Спасибо. Давай то же самое. Я вот только что поела. Вера за стол. Вилочка. Салатик. Вкусно? Угу. Ешь. На здоровье. Думаю, что сделать? А нашла айсберг там чуть-чуть. Я же делала шаурму. Ага. Айсберг остался. Два помидора розовых. Вера, за стол. Я не хочу. Надо, Сандра. Доча. Ладно, пошла я заниматься. Мусенька, как зайчонок спит. Вот лапки свои чешет здесь. Как зайчик спит. Этот. Все? Давай. Все, пока. Пока. Саня едет в этот, в станицу вместе с Ромой, ребятки. Сделала котлетки, пюрешки на сливочном масле, молоке. И сделала пегочки, а пегочки тесто осталось, я сделала сосиску в тесте. Вот, сейчас Вера придет с улицы. Бабушка поела, я одну котлетку съела, а Рома с Саней, они в станице. Вот такая клубника, это вы где такую купили? Возле Белоречки этот. Клубнику продают. На полях? Да. И почем? 300 рублей килограмм. Это уже такая цена с поля, ребятки. Это с поля. По, да. 250 было. Ну. И по 100, и по 150. Ну, по 150 там вообще без слез не глянешь. Мелкая горох. А 250, она вот все подряд. У меня такое ощущение, что она невкусная. Хотя пахнет. Пахнет очень хорошо. Это так сверху, да, или... Ну вот я снизу поднимаю, он снизу. Не, ничего тоже. Такая, ничего такая, снизу даже ничего такая. Снизу, ну, даже очень даже ничего такая. О, да, Рома, мыть, ни в коем случае, никогда не есть так. Сейчас мама помоет. Сейчас помою. Вы покушали? Нет. А что? Сейчас. Ну как? Очень вкусно. Сладкое? Угу. Ну, отлично. Как в станицу съездили? Все хорошо? Угу. На каникулы поедем? Да. Ну, хорошо. Домой зашел прохладно так. Да? Хорошо дома? Дома вообще, угу. Классно. Ну, хорошо, отлично. Веруся, идем, я тебе клубнику помыл. Бабушки помыли уже. И бабушки, да, такую же чашку. Красота. Вообще, давай обалдеть, этот, да? На улицу с собачкой прогуляться. Да, ребятки, размерчик, конечно, супер. Супер, за такую цену-то. Это, ну, с поля и сладкое. Ой, ребятки, сейчас перебираю клубнику, она просто идеальная. Это вот мелкая. Да, смотрите, мелкая какая, ребятки, она далеко не мелкая. Но вот крупная. Ну, если сравнить, вот мелкая и крупная. Но вот это далеко не мелкая. Сейчас вот спичный коробок. Нет, да? Чтоб видно было. Так, а вот сюда уже крупную переклала. Вот она вся чистая, вся сухая. Вот 300 рублей с поля. С поля Саня заехал на поле и там взял по 300 рублей. А так говорят на оптовке. О, ну Саня говорит, еще 250 есть. Была по 150, но там просто на выкид. Ну вот это идеально, ребятки. Эту я убираю в холодильник. Это у меня дети ели, мама ела, мыли.
А сюда я сейчас хочу вот так вот, что я сделать. Это все у меня промыто. Почистить и, как всегда, слегка сахарком. Она не кислая, она не огурец, она не жесткая, как картошка. Очень вкусная сладкая клубничка. Вот 300 рублей с поля. Клубника очень сильно подорожала, потому что все, она уже заканчивается. Я считаю, для этого времени, когда заканчивается клубника, ну, это идеально. Сейчас в порядок все приведу. И в холодильник уберу. Вы знаете, ребятки, вот столько я сделала, почистила этой клубники. Здесь кило 660. И думаю, а почему бы мне не сделать с нее варенье? Она для варенья вот именно то, что надо. Она идет плотная, не разваливается, держит форму. А сахара-то дома нет. Короче говоря, мы сейчас с Саней сгоняем в магазин. Время уже без 10:12. Ну ничего, тут круглосуточных много магазинов. Сгоняем и посмотрим, потому что, я считаю, нам много не надо. Несколько баночек и все. Потому что клубника уже отходит. И я думаю, что будет это вкусно. Ищем. Где? А? Медведя с собой еще взяла, ёкарный бабай. А, вон он, фары включены, все. Ты видел? С медвежонком. Она с ним везде, господи. Я надеюсь, в магазин ты не возьмешь этого медведя, а, дочь? Не, в магазине надо, а то скажут. Ребятки, время 23:54, за сахаром поехали, да? Ну да. А Днем че? не вариант вообще. Днем вообще не вариант, потому Ужас. что Саня весь день, он только вечером приехал. Ну, я могла бы, конечно, сама спуститься, у нас прямо внизу пятерочка, но, ребятки, я сегодня... Ну, вот, дело не в этом. В планах клубничного варенья нету, а сахар я уже давно не покупала большими количествами. Тачки покидали, да? Везде эти корзинки. Медведя в машине. Чуть прохладненько. Сумку. Не холодно тебе? Пойдем, доча. Вот что хорошо, вечером машин нету, людей практически в магазине нету, весь товар есть, в очереди стоять не надо, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой все. А здесь тачек практически нету, да, все на улице? Красота, да, Сань, никого? Сальчичон, цена хорошая. Так, он 1480 килограмм, а сейчас скидка 1110. Возьмем вкусненький. Саня, давай эти возьмем кальмары. Катя сказала, там один белок в них. Но здесь нету. Здесь что, креветки? А почему здесь креветки? Надо кальмары взять. А креветки неплохие. 950, 963. 1014. Это то, что вот мы брали, да, вон те? Это они? Нет, это с головой, да? Понятно. Что там? Клубника, смотри, да? Так, 250 грамм. Это по карте 200 рублей. Без карты 505 рублей. Вот за вот это 250 грамм. Где, ребятки, можно купить килограмм за 300 рублей. Голубика. Малина 379 рублей. 125 грамм малина. Ничего, скоро с вами. Смотри, ежевика, Сань. Обалдеть. 379 рублей. Это по карте. Без карты 526 рублей. Вот этот вот 125 грамм. От таз, да? Такие розочки 369 рублей. Но они, по-моему, 269. Смотри, какие красивые, Сань. Да? Расцвели возле пиона? Да? Блин, может... Пиона и где, например, Оранжевая где? оранжевая и красная. Блин. И где туалет большие. Да? Блин, я хочу домой, ребятки. Я хочу в станицу. Знаешь, что перед отъездом надо будет взять? Вот такие всякие рассадить. Они очень неприхотливые и красивые. Смотрите, какая красивая, да? Смотри, вот здесь розовые. Смотри, какие маленькие, да, и этот вот. Интересные какие, да, ребятки? Надо будет Ну взять. что, домой приехал сегодня, как состояние было? А, сразу руки чешутся. Хочется вот Там это сделать, весь это все сделать. поле, Саня говорит, трава выросла выше Сани. Ну да, сменить.
А вообще дома не хотелось закрыться и спать лечь вообще? Ага. Да? Сразу начинаешь что-то смотреть, там ковыряться. Домой, да, хочется, Сань? Ну ничего, скоро поедем. Поедем скоро, ребятки, мы поедем. Смотри, здесь тоже эти всякие лягушки, квакушки. Ну вот как там были вообще красивые. Ну здесь как-то, смотри, Сань. Ага. Прикол, да? Сколько он стоит? 899 рублей, смотрите. Прикол. Ага, суслики какие-то. Ладно, пойдем. Контейнеры, цена хорошая, 631, а так 479, да, по карте. А в магните они уже под 800 рублей такие. Ну, у нас есть они, ребятки, классные, стеклянные, не пахнут. Смотри, 679, вот этот вообще суперский. На холодец, но он, видишь, какой, да, срезанный угол. Ага, срезанный угол, был бы ровно, был бы. Есть эти собачки, надо? Давай одну возьмем на заказ. Ну-ну. И давай пакетик возьмем. Подорожали, смотри, да, они? Они же 24 рубля стоили, да? 20 чем-то рублей стоили. Так, это они, нет. Так, вот эти, да, по-моему, да, убрали? Держи. Баночки, но они только под хранение. На варенье они не пойдут. Вот это вот там, с резинкой. Ну, большие появились. О, да и цена, смотри, какая у них, 279. У меня капуста там маринованная. Вот такие еще можно. Ну, такие некрасивые они что-то. Вот эти желтые, да, вот. Отойдите в сторонку там. Баночки вон какие. Так, все ясненько. Вазы классные. Блин, я вообще обожаю вазы всякие. Смотрите, какая цена хорошая. 1600, сейчас 800 рублей. В два раза, считай, да, дешевле, 49%. Обалденная ваза, конечно. Вообще суперская, да? Цена вообще классная. Смотри, какая посуда. Черная. Сколько они? 200 рублей стоят. Вот какие еще. 269. Чернущая. Полисборник. Смотри, еще какие эти. Интересно, они облазивают, нет? Черные. Интересно. Угу. Но в руке не очень удобно. 160 рублей одна, а так 210. Оно на вид кажется, это они черные, ребятки. Вот черные они. Просто переливаются. Черные, а кажется, здесь они как будто графит. Смотри, какие тоже интересные. Деревянные. Ну, неудобно в руке как-то вот. Ну, симпатичные. Возьму вот такой маленький контейнер сюда. Соевый соус заправленный кондяй. Складывать. Так, давай. Кальмары здесь, значит, 421 рубль. Без карты 369 килограмм. Ну, давай, выберем сейчас кальмарчики. Так, ребятки, я отключаю камеру, это мне неудобно. На весах. Где они там? 713. Да, 713 на весах. Вот эти 549 королевские креветки. Так, 759. Ну, их здесь, смотри, осталось, Сань. Почти что ничего не осталось-то. Давай посмотрим, давай, что. Достанем. О, нашкребли, да? Да, почти килограммные. Да, ну тут уже все, выбирать нечего. Так, у них, подожди, да, 563. Первый раз такие берем. Не знаю, что это. Ну, Катя, по-моему, их берет. Она говорит, вкусно. Сколько там вышло? Килограмм. Килограмм ровно? Да. 1 килограмм, 52 грамма. О, ну хватит. Да, смотрите, мясо, как ни странно, очень хорошее. 289 рублей окорок. Лопатка 279, да, вообще? Так, и карбонат 359. Надо взять. Надо взять это свинина. Так, филе грудки индейки 439, филе бедра индейки 499. Так, а где все? Спят? Никого? Сырочек. Наш любимый сырочек, только... Ой, что такие они маленькие вообще. На сколько они здесь вес у них? Совсем такие малюськие. Сколько здесь вес? Так, не вижу. 820. 146 грамм, что ли? Подожди, нет. Что-то не понимаю.
А, 176 грамм, да, совсем маленькие. Не, у нас есть дома сгущенка, просто проходим, и я смотрю, 294 рубля, здесь всего 200 грамм, овсяная сгущенка, это как? Она очень сладкая или что-то в ней не то? Или это для ППМП? Не вижу БЖУ. Ребятки, знаете, у меня что пошло? Я стала везде смотреть БЖУ, белки, жиры, углеводы. Так, БЖУ, подожди. Белки на 100 грамм 0,6, жиры 5,3, а углеводы 43,3. В том числе и сахар. Нет, спасибочки. Она практически такая же, как и обычная сгущенка. Так, а здесь БЖУ. Не вижу, а вот наверху, так. На 100 грамм продукта 245. Так, здесь, значит, белок 5, жиры 0,2, углевод 56. И еще вот какая здесь интересная. Кокосовая сгущенка. Чего только не придумают, да, ребятки? Но она, видно, импортная какая-то. Какая-то импортная. Таиланд, Таиланд, ребятки. Таиланд. Это сгущенки здесь вала. Мне нравится наша коровка из Кореновки и нравится Рогачев белорусская. Все, остальное мне не нравится, ребятки. Молочко, дочь, молочко. Ага, молодец. Бери, бери, бери. Бери. Хочешь с какао? Смотрите, что продают. Печенье Савоярди. Можно сделать спокойно тортик, тирамису. Я возьму, сделаю. Обязательно, ребятки. Так, почем он сейчас по акции? 300 рублей, а так без карты 421. Ребятки, нутелла. Саня, нутелла. Тебе ничего не напоминает? Нутелла, ребятки. Нутелла. Сколько она сейчас стоит? Маленькая баночка, считай, 300 рублей. Нутелла. Тут вон ее хоть какой. Валом. А? Какой только нету. Я больше к боте чесночной? А? Ну, борщичка как сварить, да? Взять, Сань? Они будут на завтрак этой с колбасой? Будут. Потому что очень ароматно, вкусно. Ребятки, здесь лаваши 100 тысяч миллион миллиард. Значит, цельные злаки, лепешки. Тортилос. Тортилос. Лаваш ремесленный. Лаваш ремесленный. Тонкий армянский лаваш бездрожжевой. Лаваш армянский, лаваш армянский, лаваш бездрожжевой, тонкий армянский. Лепешки. Лаваш оригинальный. И вот это сверху все тоже. Здесь все это тоже лаваш. Что там, фисташка? Еще что есть новенькое? Еще есть такая. Чисто шоколад? А, с печеньем? Ну, он как-то будет не очень. Возьми. А они все с печеньем? Как все с печеньем? Фисташка разве тоже с печеньем, что ли? Это нет, это не печенье, дочь. Печенье. Разве? Тут печенье. Тут а, печенье. Да, с печеньем начинкой. Они все с печеньем. Да? Ну, возьми, какая нравится. Вот это вкусное очень. Так, подожди, где она там? Печенье. Вот, подожди. Вот она. Она не сломанная? Вот. А, вот, бери вот эти две. Ага. В этот раз в комментариях мне написала Татьяна Закалова, что они берут ройбуш. Вот ройбуш. Вот этот вы берете, Татьяна, или не этот ройбуш? Вот то, что здесь карамель, вот это вот. Я, смотри, что как будто опилки, да, Сань? Ага, интересно. Ага. Что такое, что за ройбуш? Надо потом прочитать. А, нашла наш чай? Сколько он стоит? Подожди. Сейчас посмотрим. Короче, чаев здесь очень много. Даже 17 рублей есть чай, ребятки. Даже за 19 рублей есть чай. 144, у нас он там по 125, доча. У нас 125 он. Город Сочи. Кубанский казачок. Чай черный классический. Короче, ребятки, мы такую вкуснятину здесь нарыли. Оно пахнет просто. Бесподобно, держи. Ну-ка. Ну, так мало, да, их там, Сань? Сколько здесь грамм? 80 грамм всего. Там так пахнет, ребятки, просто нечто. Короче, вот этот возьмем, заводной апельсин, и вот этот обалденный малиновый рассвет. Просто вкуснятина. Так, подожди, это заводной апельсин, он сейчас идет по 140. Так, вечерняя звезда, он более там, знаете, что в нем? Шиповник и чабрец, обалденный.
Вот это вот, что там, малиновый рассвет, он бесподобный. Так, райское раздолье, плантация, подожди, русское раздолье и смородину брит. Так, а русское раздолье где? Сейчас нароем. И мне вот этот понравился очень сильно. У него вообще скидка хорошая. Так, чайная плантация, это идет имбирь, ягоды. А тут смотрите, как опилки. Как опилки, да, Сань? Ну, очень вкусно. Давай тоже его возьмем один. И вот мне интересно, русское раздолье. Что-то я его здесь не вижу, но я сейчас его найду, ребятки. Вот этот, смотрите, даже вечерняя звезда. Там шиповник и чабрец. Видно, да, от шиповника эти косточки. Все натурально, блин. Случайно чисто. Ой, подошли, оно, видите, как невзрачно, не видно. И лежит где-то внизу. Так что, ребятки, смотрите. Ну, вот это... Это просто очень вкусно. И вот это. Тут прям куск, ну, целыми ягодами все. Прям запах стоит прям очень вкусный. А мацеста это что за чай? Сделано в Сочи. Чай черный, липа медовая. Не знаю, мацеста, как будто мастит. Мацеста, не знаю, хотя вон сколько. Гран-при, лучший продукт года. Чай зеленый, классический премиум. У нас есть зеленый чай дома. У нас хороший есть зеленый чай, краснодарский. Классно, мы нарвались сюда, да? Классные вообще, ребятки. Какие? Ну, возьми. Красные? Да, потому что их там любят. Очень вкусные, да, мне тоже они нравятся. Смотри, еще какие есть. Смотри, еще какие есть. Это новые какие-то по 349. Они тебе больше нравятся. Да? Они вкуснее будут. Да? Ну, хорошо. Все, пойдемте. Это как 8 марта. Да? Ладно, пойдемте. Что это за мороженое, Сань? Кто это производитель? Бельгиям шоколад. Смотри. Вкусно, невкусно. Сколько он? 621, 589 рублей. Коробочка. У этого мороженого магнат, прежде чем как открыть, а сверху прям большой слой шоколада. Да? Его надо так вот палочкой сделать. Так, который? Вот этот? Нет, вот этот. Ну вот, вот этот ты говоришь. Вон тот еще есть. Ну он одинаковый, дочь. А, да. Да. Почем он? 400 рублей, а так 623. Смеешься, ребятки, я нашла мороженое без сахара. Без сахара полезное мороженое. Полезное мороженое без сахара. Так, сейчас гляну. БЖУ. Так, масса 3.0. Так, БЖУ. А я не вижу, тут еще музыка играет. Блин. Белок, так, на 100 грамм. Белок 3,5. Жир 3,5, углевод 9.0. Так что вот, это лекусику надо показать. Полезное мороженое без сахара. Здесь что у нас идет? 3% МДЖ. Бифидобактериями 10,6. О, как там целые вот таблицы медиа. Вера, оно будет все равно невкусное. Это лучше ешьте нормальное с сахаром. А вот это вот, это очень хорошо, что есть такое. Но меня не тянет на мороженое, честно. ММДНсики, Баунти. Так, а здесь что? Стойте. ММДНс мороженое, 500 рублей одно. Новый состав с арахисом. Так, Сникерс и Баунти. Еще есть Марс. Так. Тут тоже вот тут все идет. Мороженое. Так. Экзо. Ну, детям не понравилось оно. Так, это что у нас? Нифига себе. Что, здесь еще есть такое мороженое у нас, да? Баскин Робинс. Или это бренд Айс. Смотри, как они делают, да, Сань? Саня, а? Под Баскин Робинс. Да? Косят, да. А это не Баскин Робинс? Нет, это не они. Это... Может, это они, Баскин Робинс and Айс. Ну, мороженое бренд Айс. Бренд Айс. Бренд Айс. Не знаю. Лёд. Не вижу. Чай, может быть. Бренд, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Да, о, здесь вообще аж... Да, очень похоже. Вон шоколадное, куда заныкали, одно осталось. Так. А шоколадное не хотите? Хочу. Вот такое ведерко. Господи, тут срок годности
практически год. Представляешь, Сань, сколько там концентратов. Так, сейчас выберем. Масло оливковое, самое вкусненькое. Сейчас цена на него хорошая. Сань, мы за сахаром пришли, да? А? Я вот на корзинку смотрю, может, мы так эту клубнику съедим, потом возьмем. Нет, нет. Я сделаю варенье вкусненькое. А это, давай это сразу по 5, сколько здесь нем? А, вот, да? Почем он? Сахар, брауни нет, сахар, премиум нет. Сахар, 5 килограмм, 354, это не дороговато? Дороговато. Дороговато, да. И что, не будем сахар брать? Вот, просто сахар, сколько здесь? А что здесь такой сахар дорогой, Сань? 71 рубль. Или мы давно его не покупали. Он прям такой, смотри, желтяцкий. Смотри, прям желтый-желтый. Хороший сахар здесь. Надо взять пару килограмм. Возьми. Спасибо. Вера игрушечки взяли. Да, она еще маленькая. Еще любит играть в игрушечки. Нравится? Да, но вот это прям вообще прикольно. Да, домик для... Не домик, а что это? Парикмахерская, да? Ухаживай за питомцем. Там все для этого есть. А там что? В другой коробочке. Здесь котик. Вон котик, да, у него. Все отодвигается, все эти дверцы, полочки. Все, пошли? Да. Мы уже, ребятки, подъезжаем домой. Время 2:30 ночи. За сахаром сходили. Кстати, сахар что-то такой дорогой, 70 с лишним рублей, да? Может, он там такая цена? Надо зайти у нас посмотреть здесь. Ага. Ну все, уже сезон. Сейчас клубника, варенье, компоты. Сейчас пойдут фрукты, огурцы, помидоры. Сейчас вот это все. Шушуть и все. По крайней мере, ягоды уже все. Можно консервировать. Смотри, здесь все поливается, да, ночью? А? И утром поливают. Утром тоже поливают. Все чистенько, все ухожено. Что? Далеко подъехали? А, все. На улице хорошо, плюс 17. Прям очень хорошо. Доча, пошли, пойдем, просыпайся, медведя бери своего, пошли, пойдем, уже поздно, ну вставай, вставай, кнопочка моя, вставай. Что-то спать не хочу вообще, ребятки, днем что-то покемарила чуть-чуть и все. Что, взвешивалась? Так, взвешивалась. Сахарок. Так, да? И клубничку. Вот так. И сверху присыплю сахарком. И сахарочка сверху тоже. Вот так оставлю на ночь и буду делать варенье.
Ребятки, на кулинарном канале есть рецепт варенья. Это варенье получается просто идеальное.